Всем привет! Мы продолжаем проходить замечательную игру про Deus. Значит, давай мы сейчас добавим звука и поехали на уровень. Ну, примерно так пойдет играть. Поехали. Уровень называется «Опасность». Стреляйте по целям. Так, у нас получается, что вот эти вот штуки со временем, да, исчезают. Я понял. Все, никого. Таких патронов полно, поэтому давай их. Следующий. Ну да, да, мне сюда. Они там с кем-то воюют, что ли? По-моему, новый какой-то жук появился. Требуется руна. Ладно, мы ее потом найдем. Вот так, оп, и сюда. А дальше-то куда? Нормас. Так, патроны-то заканчиваются. Блин, тут дробовик. Не то. Они за этой стенкой. Здрасте. Я уровень воды поднял. Дико. Да, он еще не сдох. Смотри, какая падла. Ну-ка, кучненько долбанем. Вот так вот. Давай и тех тоже расстреляем. Минус один. И второй. Так, ну да, да. Сюда пока. Тихо, 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 я промазал. Тихо, я упал. Наконец-то нормальный саундтрек вроде вернули. И он опять закончился. Увы и ах. Так, и отсюда-то мне куда? Там я точно не запрыгну. Давай сюда пойдем. Кстати, у меня, наверное, плазменная пушка уже собралась. Можно будет ее заюзать. Зеленый нужен ключ. Окей. Давай-ка мы поменяемся. Блин, 40 патронов маловато. Давай плазменную. Как раз ее хватает. Подожди, плазменная уже закончилась? Окей. Окей.
Давай, наверное, что-нибудь такое поэффективнее, да? И все, и он помер. О, как вас тут много-то. Шикардос просто. Все, никого не осталось. Всех размочалило просто. Давай, сохраняемся. Заодно и похилялись. Блин, только музыка задорная начинается. Ходишь, так сказать, во вкус. И все. Так, давай сразу гонщика. Оп. Кто-то и появился, что ли? Да нет, вроде. Дальше пошли. Но нет ключа. А ключик-то нет. Уже два момента, куда можно ключ этот приладить. Да, ну собака тут вообще не в тему. Минус один. Тоже хорошо. Подожди. Блять, и дробаш кончился. Ну твою мать. Так, давай, чуть-чуть брони. Он еще какие-то патроны. Да ключа-то нету. Чего меня сюда притащили вообще? Угу. Я тут был за стенкой. Я вот здесь это видел. Ями. Чем его зарядным. Бам. Все, он откис. Слава богу. Только, значит, начинается драйв. И музяка заканчивается. Так, давай подальше отойдем. Пойдет. Бля, две собаки — это плохо. Так, давай, ладно. Сейчас я вот здесь все обойду. Может, патроны какие-то валяются. А то что-то как-то стрелять-то особо нечем. Есть у нас плазменная пушка. Да? Нет, берем. Пойдете. Ну, опять нужен ключ. Плюнул своей херней. Так, и чего? Чего мне сюда притащили? А, вот. Вот почему. Нет, подожди. Двойной прыжок нужен. Чё-то пока непонятно куда. Подожди, у меня что уже... Вот теперь я собрал зеленый ключ, а я даже не заметил. Этот челик был опаснее всех, по-моему.
Стоять. Бля, он еще не подох. Самое главное не отъехать на нем. Так, так, так. Давай, хилы собираем. Патроны тоже пригодятся. Топаем наверх. Что-то секретов опять давненько я не видел. Стоит он тут, тупит. Вот так. А вот секретка. Блин, наверное, тут с рывком надо. Да, мне не подняться. Либо двойной прыжок, либо рывок. Да-да, как у меня вовремя патроны закончились. Так. А мне вниз, да, надо? Понял, принял. Держите в курсе, как говорится. Чё, тут никого? О. Нарисовались. Давай, наверное, с пистолетом. Бля. Муха нарисовалась. Он в меня не попадает, а я в него запросто. Так, оттуда получается вот только с края я смогу запрыгнуть. Оп. Подожди, а надо ли мне сюда? Бля, наверное, да. Где-то еще, по-моему, какой-то был зеленый ключ. Или нет? Ага. Ну все, это типа сюжетное. Раз уровень поднимается, значит все норм. Стою в луже тут, настреливаю. Еще кто-то есть. О, как они далеко. Бля, ну вы, ребята, тали, конечно. Вроде завалил. Ах, вы уроды, а. А да, контрольная точка. Тут взято уже. Кстати, я не так уж и далеко. А патронов мне никто не хочет восстановить. Стоят тут два голубчика. Вроде подох. Да, подох. Итак, ну отсюда я явно не допрыгну. Так, вот это берем сначала. Ах ты, падла. Ну и пирог. Тихо. Так, все, завалил. Я прям видел, как у меня оружие вылетело. Так, так, так. Ну давай вот так пройдемся. Оп. Отсюда сюда. Что за платформинг? Эй, долетел, надо же. Это беду собираем тоже. Давай, отсюда повыше. Бля, как тут. Как вас тут много. Надо поживее действовать. Закидали прям меня.
А давай вот так вот в бочке. Ништяк. Есть еще кто? Это ты, падла, что ли, меня швырял? Ой, 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 собака. Так. Блин, а как бы его взять-то? Подожди. Вот повнимательнее бы осмотреться. Как-то же можно его взять? Жучки какие шустрые. О, тебя забыли. I'm sorry. Так, ну как-то же эту штуку можно взять. Давай пока тут сюда сходим. Блин, такое ощущение, что я по сюжету иду. К тому же точки сохранения разные есть. Или я по кругу хожу. Что-то понять не могу. Допустим. А, ну вот, я тут и прыгал. Да, я вот эти вот не смог взять. Потом поднимался вот сюда. Отсюда. Ну давай выше. Что-то вдуплить не могу, что это. От меня хотят куда идти. Я, значит, только собрался прыгать. Собаки. Так, ну мне туда по прямой. Быть, не долетел. Ну вообще ни разу. Давай еще раз попробуем. Два патрона всего осталось. Вообще, вообще не вариант. Ду-ду-ду-ду-ду. Блин, когда возьмешь двойной прыжок, можно хоть заново все уровни проходить. Вот этих дел наберешь просто с лихвой. Да, но он не допрыгивает. Даже нехер время тратить. Все, ладно, пошли по сюжету. Конечно, сюжет в игре-то с натягом можно назвать. Ага. Все, ракеты не нужны. И чё? Я чё-то запустил. Я все уровень поднимаю. Ну и сам поднимаюсь выше. Оба сдохли. Нет, в одного не попал. Это мне, наверное, не надо, да? Это снайперка. Ладно, пойдем сюда куда-то. Вот так вот. Минус собачка. Я прям видел этот мост, который подвинулся. Тихо, снайпера. Где они? Угу. Блин, а есть ли резон вообще в них попасть? Давай попробуем со снайперки долбануть. Где она там у меня? Вот это. Не слышу, как они стреляют. А, ну все нормально, я их замочил. Так, отсюда.
отсюда скачем вот сюда. Ну и, наверное, там, где снайпера стояли, мне в ту сторону. Или нет? А, ну да. Что там? Я его даже не вижу. Понятно. Там мужик был с миниганом. Собака решила на меня не нападать. Все, конец уровня, да? Хотя, наверное, там этот кристалл еще закрыт. Рано конец уровня. Давай мы это чекпоинт возьмем. Броня. Ну, это прям арена. Сейчас на меня будут сыпать касатики. Яхонтовые. Давай еще выше поднимемся, посмотрим, что там. Аптека. Хорошо. Угу, и спуск вниз. Ладно, пойдем что-нибудь там запустим, нажмем. Руна есть. Выходите. Выходите все. Сколько синих много. Ну, минус 2 точно. Блин, что-то они сносят много. О, у меня там просто посыпалось. Я думаю, да, все-таки с ракетницей будет норм. Блять, завалило. Точка контрольная. Оп. А что, мне только этих осталось добить? Я думал, арену заново надо будет всю мочить. Норм. Как бы повезло. Два человека не добил всего. Если это можно назвать людьми. Все, мне вниз. Хер вот. А, вот. Ку-ку. Ну, подожди, я сюда приехал только что. Я какую-то дверь пропустил. Либо дверь я пропустил, либо кнопку какую-то. Делать-то чё? Странно. Подожди, а может быть назад? Я думал, после этой арены как бы уровень должен закончиться, разве нет? Кстати, уровни чуть подлиннее стали. Угу. Да, достаточно было отсюда выйти просто. Бля, какая. Синяя башка за мной летает. Ну, здравствуй, синяя голова. Дотянусь? Нормально. Я такое ощущение, что я вроде опять этот уровень уравил. Уронил, который... Который поднимал весь этот уровень. А, ну да. Уровень-то и называется уровень. Да я знаю, куда прыгать. Эй-та-та-та-та. Опа. Ну, хоть взялась.
Пойди мне туда. Блин. Да что ж ты? Ну куда ты? Ладно, пойдем по мобам, где они находятся. Там как карта ляжет. Блин, мне бы хотелось, конечно, взять чекпоинт. Я, наверное, его не найду сейчас. Где-то тут. Да? Надо же, я даже расположение всего-либо на уровне запомнил. Так, мне вниз. Как мы это сделаем? Давай, возвращаемся назад. Потом сюда. Хуяси. Счастье привалило. Ладно, на одном месте не стоять. Вот так вот. Ну куда вы полетели-то? Падла. Давай, надо что-нибудь поэффективнее, да, вот так вот. Тра-та-та. Куда? Ну, давай сюда. Чекпоинт есть. А, точно. Сюда же надо руну было воткнуть в самом начале. И чё, и чё? Всё, конец уровня. Ну, пару сердец хоть заработал. 100% убийство. Секретов не нашел. Один только. Первые уровни проходятся минут по 10. Эти, я смотрю, проходятся уже по 20. Испытание ракеты. Ну да, попробуем, что за испытание. Испытание ракет. Разве нет? А к чему мне это испытание? Чем меня испытывают? Стрелять по целям. Угу. Не знаю, что там открыл впереди. За стекло пока не попасть. Здравствуйте. Ага, оба сдохли. Шакалы. Ну, туда пока не знаю, как попасть. Что-то открыл? Я думаю, это был проход какой-то. Здрасте. Упс. Меня лестницей придавило. Я думал, эта платформа поднимется вверх просто. Кто знал, то что сбоку вообще. Тут кто-то был, да. Вот эти вот ребят. Оп. Почему мне обязательно по крестам по этим стрелять с ракеты? Я думаю, что они все-таки ограниченное количество и дают на уровень. Одного забыли. Так, давай повнимательнее.
У меня типа 6, 7, 8, 9. Хотя, наверное, кресты эти только от ракет работают. Ну, было какое-то испытание, я их с дробовика как бы нормально пользовал. Ну. Ой, бля, как не в тему-то. Бля, по такой тупости проигрываю просто вообще. То лестницей придавит. Кучно сдохли. То лестницей придавит, то этот как он. Какой-то прыжок нелепый не сделал. Оба сдохли, отлично. Еще и ракета сама взорвалась. Ну, в смысле, крест. Вот это. Все подохли. Нормуль. Так, сзади у нас там ничего нету. Опа, и никого. Да, мне кажется, все-таки на уровень ограниченное количество патронов, ну, то бишь ракет. Тут надо очень экономно действовать. Типа стоит две цели. Стреляй посередине. Что-то взорвалось все вместе. Что случилось? Трунь. А я теперь за стеклом как бы бегаю, да? Опа. Пачку ракет дали. Блин. Теперь оно сердце эти сдает за другим стеклом. Ракетница вещь хорошая. Ну-ка, я по краешку. Тихо. О. Правда, очень плохо видно. Но сделать можно. Ты что, самый быстрый? Они шикарно разлетаются. Так, давай. Потом только встанем на эту площадку. Это лифт. Угу. Ну, музяка тут кочевая. Теперь вон там надо как-то сообразить, как взять. Да, через окошко же я стрелять не могу. Оп. Чуть-чуть выждал время, чтобы они поближе. Компактненько действуем. Давай, наверное, подождем их, да? Ну, ребят, давайте, кучнее, остановитесь. В группке. Они, по идее, вот так. Пойдет. Теперь то, что нужно. Столько сердец тут. Ни одну не взять. Почему? Блин. С какой стороны-то не, ну, не подлезть даже никак. Ай, ладно. И так сойдет. Взял бы последних три сердца. Было бы 100% секретов, но я не знаю, как это сделать. И ладно, и так сойдет. Так.
у нас сюжетная миссия. Потом мы туда пойдем. Выходит. Отказ реактора. Я думаю, реактору нужно ни в чем себе не отказывать. Я до сих пор патроны экономлю. Чпок. И готово. Так. Сюда явно нет. О, что-то я его не заметил. Все равно попал. Пол туловки отстрелил ему, бедняга. Да. Так, а как это можно взять? Попрыгать и все не получится. Тут двойной прыжок нужен по-любому. Значит, еще кто-то шмаляет меня. Здрасте. О, так, блин, не попал. Надо лучше целиться. Ну хоть хпшечки чуть-чуть. Чуть-чуть сям, чуть-чуть там. И нормально все будет. Сейчас дробовиком бегаю. Когда есть любимые пушки. А тут уже всех убили. Печалька. Какие-то помехи. Ладно, заряженным сейчас долбанем в него. Все. Подох. Лег и сдох. Нормально. Тран-тара-дан-тан-таран-таран. Оп. Начал заряжать оружие. Желтый ключ. Так, 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 повнимательнее. Ну, желтый и зеленый. Два ключа. Мы с одной стороны, пройдя долгий путь, возьмем желтый ключ. Я куда уехал? А зачем? Опс. Что такое? Угу. Подожди. Дай-ка мы перерыв сделаем. Сейчас я подойду.
Продолжаем. Торопился я что-то. Оп. Так, я этих ребят, получается, сверху видел, да? Я по стеклу стреляю. Упс, я куда-то попал. Кто стреляет в меня? Откуда? Собака появилась мертвой. Нормуль. Так. Ну кто опять шмаляет-то, я не пойму. Вот он стоит. Ну-ка, давай вот так. Блин, а надо ли мне туда прыгать? Там еще внизу кто-то. Ага, уперлись друг друга и стоят. Так, давай, наверное, вот эти вот лучше мы возьмем. Так, подожди. Вот отсюда ж, куда я могу попасть? Оп. И это мы взяли. Ага. Я то же самое с другой стороны просто обошел. И вот так. Пойдет. Там челик застрял. Ту-ру-ру-ру. Здравствуйте, ребята. Давай ниже. А теперь выше. Этого еще не хватало. Просто в лифте меня заперли с этими уродами. Я живым не дал. Что-то ведут куда-то, непонятно пока. Давай, тут нажмем. Что это дает? Просто проход? Погоди. Я повыше заберусь, осмотреться. Ага. Секрет какой-то. Но, блин. Опять же его не взять. Дай-ка мы чекпоинт возьмем. Для начала. А то сейчас начнется. Зеленка нужна. Киса, держите пинцне, сейчас начнется. Так, ну давай, я это дело включаю. Оп. Ну, нормально. А нет, еще остались. Бум. Подходи по одному.
Радует то, что саундтрек хотя бы адекватный вернулся, а то играл какой-то там, я не знаю, электронщиной. Собачки. Ждем. Ну вот так вот. Следующий. Один выстрел, один труп. Меня там что-то кто-то задевал, что ли? Так, подожди, подожди. А, он еще не подох. Вот тут падла. Так. Блин, да сдается мне вот на эту платформу надо прыгать. А так ты идешь по кругу, получается. Это не точно. Да. Вон туда мне надо скакать. Оп, и давай. Сейчас тут всякие будут появляться. Комплекс нападок. Я зато на ту штуку уже прыгать не буду. Так, один ключ у меня есть. Теперь мы идем во вторую половину. Понял, принял. Не знаю, нужно его сейчас втыкать или нет. Башня один отключена. Подходи по одному. Вот так вот. Теперь получается, мы пойдем во вторую половину уровня. Точно прожимать ничего не надо? Ну да. Так. Ну давай, наверное, так вот мы откроем. По идее, вторая половина должна быть поменьше. Так, подожди. Что-то вы тут гурьбой налетели. Пойдете. Я, наверное, патронов уже прилично собрал вот на этих ребят. 160. Почти полный комплект. Так, и отсюда. Точно? Ну да, желтый ключ. Я не удивлен. Погоди. За стеклом, что ли, не пойму. Или нет? Нет, не за стеклом он. Просто побольше, по прицельнее надо было пострелять. А, там их двое, да? Или нет? Уходи биться на кулаках. Так, давай, мы обойдем все это дело. И есть патроны. Угу. Что-то как-то не густо вообще. Ну так. Вот этого добра у нас навалом. Все, вниз. Здравствуйте. Вовремя. А нет, не вовремя, я слинял. Так, теперь без разницы, да, с какой стороны обходить. Вот и желтый ключ. Я говорю то, что этот уровень будет поменьше.
устрашающе выглядел этот чел. А, нет, он еще живой. Теперь все. Закончили тренировку. Тут за стеклом у нас. Бегут какие. И куда стреляешь, эй? Ну, кстати, не очень-то и секрет. И мне теперь хватает на четырехствольный дробовик. Та-дам! Так, уровень пройден. Нет еще. Чё, тут народу много появилось внезапно. Понятно. Контрольная точка. Ну тут они, в принципе, нормально контрольные точки так расставили, что... О, это пахнет ракетами. Все трясется, взрывается, ничего не понятно. Последний. Покиньте область поражения. А в какую сторону-то? Чё, поражать будем? Все, вроде ушел с области поражения. Кого-то не добил. Но секретик найден. Так, давай сейчас в магазин. Берем дробаш. И вроде как должны открыться новые уровни. Ну вот это, то, что там ботинки взять с двойным прыжком. Странно, почему мне какой-то счет падает за вот магазин. Типа там пришел в магазин, вышел оттуда, тебе считают. Типа за сколько ты магазин прошел. Зачем это делать, непонятно. Берем дробаш. Фиг. И вот так. Та-дам. Продано. И теперь 20 штук надо. И тут 20. Ну вы даете. А когда я куплю вот этот вот всю строчку, ну всю вот эту линию, открывается только третий уровень. Ну я хотя бы разобрался для себя, как магазин работает. Сейчас попробуем дробовик четырехствольный. Наверное, прикольный. Так или иначе, ты типа должен все оружие купить. А зачем это делать? Зачем они считают мое нахождение в магазине? Секреты какие-то найдены. Это странно. Так, подкали нам наверх. Вот сюда и вот сюда. Там еще рядом какое-то этот испытание. Ну, испытание тут странно тоже сделано. Их испытаниями можно не назвать. Что там, кузница называется, да? Ну, забавно. А тут правой кнопкой ты стреляешь сразу четырьмя. А так по одному.
Слушай, вот этот дробовик мне нравится больше, чем дефолтный. Так, давай попробуем перепрыгнуть. Отсюда, сюда. Вот, и сердце. Я смогу его взять? Да. Отлично. Некоторые секреты подбираются несложно, некоторые, блин, просто вообще. Теперь поймешь, что от тебя хотят. По-моему, он и помощнее, этот дробовик. Или мне кажется. На прицел у него просто космический, на весь экран просто. Классный дробовик. Мне он нравится. Так, прежде чем всякие кнопочки нажимать. Стреляйте по целям. Подожди. Вот это вот что-то. Ну, здесь, тут желтый ключ. Ну. Долго же он шел, но долбанул я в него как следует. И псина с одного выстрела, просто шикарно. Этот дробовик стоит своих денег, так сказать. А, они сразу сдохли? В чем дело? Кто разрешал сразу умирать? Что ты думаешь, кто-то орёт нас? Ребят, кучненько вставайте. Так, отсюда никак. Вот еще какой-то проход. Блин, патроны кончились. Ладно, наберем потом. Подожди. А зачем вниз тогда? Секретики? Секретики-пистолетики. Но по факту надо идти сюда. По факту тут, в принципе, плохого оружия даже нет. Оно как бы все прикольное. Каким угодно пользуйся. Даже пистолет нормальный. Ага. А и он там, настреливает. Где-то вот тут он. Тихо, бля, я в стенку уперся. Завалили Буратино. Какой секрет найден? Дайте мне мой секрет. Где я его открыл? Подожди. Ну, по логике вещей. А, вот и он. Слушай, ну за уровень я уже 3 секрета собрал. Прикольно. Перестали жадничать, что ли? Сейчас туда как ворвусь. Как начну шмалять. Бля. Слишком близко я к нему стоял. Но тут чекпоинт рядом был. Блин, а куда мне? Звезды получил, аж потерялся.
Тут у нас снайпер был. О, здрасте. Подожди, а давайте дробовик мы. О, подходи по одному. Как этот дурак сносит, а, лихо. Здравствуйте. Бум. Ну и все. Так, тут еще не все, да, подбежали ко мне. Чуть-чуть голову ему отстрелил. Блин, у меня два патрона осталось. Теперь он быстро кончается, дробовик. Все, она. Только вот эти вот мы возьмем. Потом на плазму надо будет переходить. Так, подожди, надо проверить, правильно ли я иду. Тут меня закрывали, короче. Дробовик опять же пропустил. Не торопимся. Кто там? Снайпер, сучонок. Нашли, куда поставить. Двоих. Так, а тут? Да, тут чекпоинт у нас. Не знаю, пойдем сюда сходим. О, тихо, 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 тихо. Подходите. Следующий. А этот долбанет. Все, кстати, он красненький теперь. До этого синие были и зеленые. Красный горит дольше. Это типа из разряда, короче. Чем отличается скрипка от контрабаса? Контрабас горит дольше. Как не вовремя. И патрончики. О! Что, открылось? Ага, я лифт запустил. Давайте музяку мне козырнул. То меня тут бьют вовсю, а я даже без музыки. Ну, снова саунд какой-то не очень. Мне не нравится такой. Где? Джи-джи-джи. Где гитары? А, она вниз не едет, да? Окей. Оп. Поедем, красотка, кататься. Блин, я хочу хп-ху взять. Жук, иди нахуй. Я так лучше не вижу. Так, ну давай вниз спустимся. Ах ты, сучонок. Что-то я куда-то залез. Надо было, наверное, до конца ехать. Вот снайпер тут. Гнида. Бля. Тихо, тихо, тихо. Ну, я попадаю в него определенно. Все, man at kiss. А это стекло. А это стекло. Так, тут тупик. Ну, тут, да, да, да. Ни кнопки, ничего такого. Ну давай сюда прыгну.
А, слушай, да я, в принципе, еще в тему прыгнул как раз. Я бы там поджарился просто. На нах, ёпт. Упс. Куда он взялся-то вообще? Блять. 8. Ну давай. Вот так. А там у нас желтый ключик. А какой он надо мне вообще? Зеленых вроде я не видел. Это что? Чё-то нажал. Это тут я был. Погоди. Какой-то проход. Секрет. Услужливо выдвинули ступеньку. Блин, не знаю, куда идти. А, ну вот сюда и надо. Ну слушай, теперь пободрее, кстати, эти секреты собираются. Сердца. Хрен знает, что это? Патроны. И чё? Ага. Жмакаешь иногда на кнопки, не знаешь даже зачем. Тихо, оп, все, поехали. Надеюсь, там сзади никто не появился. Поехали, хули. Тир прям. И вот сюда стреляем. Тихо, 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 аккуратненько. Себя видел. Так, кто-то еще. Кого-то я не добил. Меня чуть не спихнули, кстати. Вот кто, я кого-то слышу, причем с левой стороны вроде. Или это бульбы. Не понимаю. Тут патронов ни хрена не осталось. Так. Сначала здоровье, потом все остальное. Оп, вот это что у нас? Какой-то еще проход. Блин, на секрет это что-то не очень похоже, конечно. Желтый ключ. А, ну вот, ты сюда жмакаешь, когда у тебя есть желтый ключ, и потом забираешь вот это сердце. Ладно, мне только сюда. Урода, а. Быстро проторно выходит. О, пистолет. Давненько не пользовал. Да тихо, тихо. Ну куда ж ты? Криво прыгнул. Потом еще куда-то надо прыгать. Вот сюда. Оп.
космическая станция. Блин, отвлекли меня. Что за космическая станция? А вот и ключик. Так, давай-ка мы сначала тут полутаемся. Космическая какая-то станция. Надо что-то нажимать, нет? Нет, не надо. Вот так. Блять, попал. Опа. Это я удачно сюда зашел. Так, как-то вот я вокруг да около здесь нахожу, хожу постоянно. Все, полетели, замет. Уходи биться на кулаках. Блять, что-то многовато тут. Там еще жук какой-то ползает, и мне хана. Давай, дайте мне другой. Вот это. Вкусный дробовичок. Все. Так, по идее, мне нужно. Ну, что ты? Что ж ты, старина? Так, отсюда мы двигаем. Давай сюда. Надо, допрыгну. Вот. Где-то тут у нас сердце было. Или нет? Или оно дальше? Что-то я врубиться не могу. Ну, я там точно был. Блять, я упал. Твою мать. На сердце подобрал. И все, поехали заново. Ой, да, блядь, давай быстрее. Оп, и вот сюда. Такое ощущение, что я и секрет собрал, и путь себе сократил. Здрасте. Следующий. А все, да? Блядь, прям в рожу. Что-то пи-пи. Кто такой? Невидимая собака? Или нет? Не знаю. Все. Happy end. Наверное. Просто в кашу всех разорвало. По звукам, как будто кто-то бежал за мной. Он сдох, нет? Что такое? Я какие-то, блин, пестики стреляю. Зачем? Допустим. Вроде со всех сторон. Злая собака. Так, вроде я отсюда, с центра пришел. И что делать? Куда идти-то? Может сюда? Допустим. А вот и броня. 6 кусков руды за уровень. Балует прям меня, балует.
Я тут был. Я иду назад. Ну, будем топать, пока мобы не кончатся. Вроде иду верно. Он сдохнет. Я так попадаю. Хрен его знает. Вот этот цветник этот прям стреляет. Да, вроде всех. А нет. Последний. Так. Ну, хорошо. Скорее всего, меня назад ведут. На начало уровня просто. Но пока есть мобы. Кстати, патронов нету, ни хрена. Заэлектричил его. Здоровья-то не шибко много. Он с кем-то воюет. Пью-пью-пью. Фига там можно провалиться. Синие воюют с обычными. О как. По-моему, сюда. Ну да. Тихо, тихо, тихо. Я хоть достаю до него. Все повылезали. А вот и выход. Все? Какой выход маленький. По-моему, я правда пришел на самое начало уровня. Секретов 33%? Я там, наверное, этих сердец штук 5, наверное, нашел. Или 6, 6 сердец. Еще 14. Обалдеть. Что это такое? Магазин. В магазине же ничего нового не будет. Единственное, если только тут пробежаться, попробовать, а вдруг какой секрет они спрятали. Я, в принципе, понимаю, что тут магазины часто встречаются, чтобы ты не пердолил на начало карты. И все. Сейчас как побежим с пистолетом, кстати. Потом туда можно и в другую сторону. Странно, ну давай. И так сойдет. Хоть стреляет медленно, но довольно-таки мощная штука. И вроде как она комплекс налупит. Что, что такое? А, вот. Подожди, разбегу. Только музло кочево играть начинается, и все, и заканчивается. Так, 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 так. Я понял. Отсюда и вот сюда проход есть. Давай, наверное, пистолет мы возьмем.
да что? Секрет в секрете. Их мужик. Да давайте мне секретно. Понятно, я дверь открыл просто и все. Ну и чего, и как его взять? Надо снизу, сверху падать туда. Блин, а ты попробуй найди, как туда попасть еще. Так, мне пока не сюда. Мне пока нужно вернуться и вот здесь вот посмотреть, что тут есть. А, и все. Коридор. Куда побежал? Иван Борзый занял позицию. Это что? Не знаю, как туда попасть. Так. Здесь еще кто-то. Что это такое? Ага. Кто-то кибитку запустил, она всех давит. Не, спасибо, конечно. Большое человеческое. Но не знаю, надо ли мне за ней идти. Она просто тут весь уровень окрасила за меня в красный. И встала вон там. Я должен подгонять ее. Сейчас мы дальше ее потащим. Эти прямо ждут касатики. Так, хорошо. Подождите, я сейчас подойду. Да, челик-то жирный, конечно. Пистолетом на него такое себе. Что, еще один? А, я того не добил. Твою мать. Он же вроде взрывался, разве нет? Блять, иди нахер от меня. Все? Блять, нет. Наконец. Ну вы, блин, даете. Они прям медленно шли за мной вот отсюда. Вот только не этот добавить. Вот этот. Такой кстати. Найс. Руку отстрелил. Чего? Давай так. А эти, которые я за стеклом их видел, что ли, это те самые? Так долго заряжался. Так, ну да. Ну да, это вагонетка, это дальше поехал. Слушай, это дробовик? А у меня максимум патронов. Все, она дальше уехала. Вроде как. Давай, значит, мне сюда.
Все равно попал. Я его думал обойду, но не обойду. Шикарный дробовик просто. А сейчас копыт. На-на. О, какие злые тут они появились. Так, мне еще выше. Еще выше. На-ка. Обычным дробовиком я бы этих собак стрелял 10 тысяч лет. А тут просто бум. И все. Главное, бьет, то он тоже как бы кучно. И че? Я где-то открыл какой-то проход. Скорее всего, внизу он. Кепку только у него сбил. Вот так. Да ладно. Стопы. Блин, с одной рукой она все равно стреляет, стоит, а? Ты смотри, какая вредина. Сейчас, кстати, патроны кончатся. На шикарный дробовик. А, давай что-нибудь другое. Так, мы отсюда выходим, получается, и по прямой. Тихо. Все. Один и второй. Нормально. Так, и опять у меня и эти патроны кончились. Что у нас есть вообще? А, вот и дробовик полный. Так. Вот. Вот сюда. Жди. Все, запускаем. Чё-то там. Чё-то там, куда-то там. Чё? Всё, закончились? Чё надо сделать? Может, ещё раз нажать? Ну да. Всё, хана. Короче, вагон этот куда-то дальше поехал. Я еще не знаю, где он. Так, так дело не пойдет. Ну давай вот это вот дорасходуем. Давненько не было пушки. Первое поселение.
Идем. А, вот. Херу видишь еще. Бля, так и думал, сейчас вынесет. Это падла, падла по прямой, вот он. Опять два шага, кстати, не дошел до чекпоинта. Блять, ты сдохнешь, нет? Все патроны на него ушли. Генератор один выключен. Или включен. Не суть. Подожди. Что там пищало еще? Ой, ладно. Небольшое пояснение за лор. Ну-ка, на-ка. Ну как это тут много появилось. Я ж всего только один генератор отключил. Он подох? Да. Ну, также идем по мобам просто. Локация немного запутанная. Блять, ну что там? Братья Карамазовы, вы чё нафиг? Тихо. Оп. Опа, Стёпа. Еще один секрет какой-то. Ну, быстрее. Как долго заряжается, ну? Ау, ау, ау. Ну давай как раз на него мы израсходуем последние патроны. А нет. Вот еще. Не, далеко. Ближе. Да, они что, заново появились, я не пойму. В принципе, можно картой пользоваться. Надо. Давай. Чё-то бегу, дед чё-то включает. Бля, я, по-моему, в самом начале уровня. Пока не понимаю, как уровень вообще устроен. Просто бегу вперед. На бум. Просто вижу моба и бегу к нему. Чего? Я потерял. Сюда, по-моему, ушел. Ну да. Просто 40% не оставил здоровья. Подожди.
Да, хп-хита немного. А вот. Здоровье? Нет, это не здоровье. Тебя еще, блять, не хватало. Я просто жму какие-то кнопки. Для чего они? Бездумно пока это все. Да что тут, в принципе, что тут думать? Так, у нас этого челика надо лучше. Тихо. Бля. Кстати, я вот сердце вижу. Еще одно. А как взять? Отсюда, вот сюда. Оп, 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 оп. Ништяк. Так, ну давай, по прямой, вот отсюда, да. Окей, я иду. Потом, вот сюда заворачиваем. Опа, опа, за углом сидела. Бля, вот этот лютый чел. Нормально. Отбрехались вроде. Уничтожить ядро. Стрелять надо по нему. Допустим. Она крутится? Ну точно. Тихо, держите пинсней, сейчас начнется. Нихуя не вижу. На огонь бы не попасть еще. Покиньте область поражения. Сейчас взорвется. Бля, ну да. Что я хотел-то? Когда у тебя 9 хп? Не туда, а куда? Блин, я потерялся. Во, вот сюда надо. 5 руда. Руды много дают в последнее время. Не знаю, мне сюда. Ну да, вроде. Также, да, 26 минут пройден. Ну да, 20 минут пройденный уровень. Так. Вот это что? Тестирование граната. Поразитесь с цели. Ну это, короче, испытание какое-то. Очередное. Да, попробуем. Не очень-то удобно. О, о.
оно взрывается через какое-то определенное время. На один секрет, а где он? Подожди. Нет, они только с гранаты взорвутся, которых у меня нет. Все, типа, испытание не пройдено. Подожди. Сюда стрелял, а сюда не стрелял. Теперь попал еще. Чего это? Не знаю. Не будем заострять внимание на это. Ну и нахрен ты. Короче, прицельно надо мочить. А, нужно стрельнуть и забежать. Да, не успел. Да ёпта мать. Давай поближе. Вот. Так, 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 тут все. Максимум 10 штук мы с собой таскать можем. Зачем мне на испытании с гранатой? Зачем мне другие патроны? Здрасте. Опа. Берем. Все, секрет походу взял, ништяк. Там есть что-то? Я думаю, нет. Это типа лифт какой-то или что? А, нет, это мост. Здрасте. Самого сочного прям шмальнуть надо. Остальные так подохнут. Переключиться на... Хорошо. Оружие поменяли. Сейчас. Я зря упал, да? Или не зря? Давай, гранаты кто-то. А, больше гранат не надо. Теперь с другой стороны надо обойти. Это странное испытание, честное слово. И чё? Какую-то хрень крутим. Что произошло? А, вот проход появился. Подожди, бля. Патроны. Или граната нужна? Ну-ка попробуем гранатомета шмальнуть. Вот так, давайте. Все равно это сердце не открылось. Покупка. И как его тогда открыть?
Все равно не открылось. Да, ну, блин, с разгона надо мочить, потому что... Я куда-то упал, вообще не понял. Поехали куда-то. Самое начало. Понял, принял. Отсюда сюда. Отсюда сюда. Угу. А, и все, да, конец уровня. Странное испытание вообще. Ну, неплохо. Даже один секретик какой-то нашел. Так, что там у меня комплект? Еще нужно 8 штук таких, и тогда я смогу себе ботинки прыгать, двойной прыжок купить. Окей, искупление. Давай, наверное, перерыв сделаем. И тут вроде как по карте осталось всего 2 уровня. Но это не точно. Может быть, они дальше еще пойдут. Давай сейчас перерыв забацаем и допройдем. По идее, игра не длинная. Думаю, сегодня, может быть, закончим ее. Сейчас подойду. Так, только мы оружие поменяем. Все, подходи по одному. Они там друг с другом воюют. Ладно, пускай пока стреляют. Конечно, он на меня внимание обратил. О-о-о-о, тихо.
сколько ништяков после них осталось. Все, умер уже. Недолгоиграющий у нас товарищ. Еще один был наверху. Открыл просто ящик Пандоры. У них головы забавно отлетают. Последний. Блять, патроны-то кончились. Почему-то мне вот с этих удобнее, чем с минигана стрелять. Что-то происходит там за спиной. Чуть-чуть в того, чуть-чуть в того. Ну и все. Чё он тут стоял в огне? Малолетний дебил. Так, 237. О. Так, 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 так. Вот отсюда сюда получается. Такие залы большие. А здесь что? Так, подожди, давай мы сюда сначала. Я все меньше и меньше понимаю, как уровень устроен. Они более запутанные какие-то. Что-то где-то нажал, что-то куда-то произошло. Мне кажется, или обратный отсчет какой-то идет. Блин, не открыть. Подожди, смырк, смырк, что-то. Я по кругу обошел. Окей. Ну, он туда, к мобью пойдем тогда. Че, какие-то две кнопки. Расширяется локация. Подожди, а если там, допустим? Я тоже кнопку нажму. Что будет? Тут еще одна есть. Здрасте. Не ждали. Тихо, ладно, туда не упасть. Что это дает? Еще один портал. Блин, ну давай ближний найдем, я не знаю. Точка Нексуса активирована.
Блять, он что, живой еще был? Тихо, я застрял. Обойдем. Это жирненький. Твою мать. Как планета красивая. Здорово. А тут прям все, да, сейчас будут эти синие. Сломать замок, замок портала. Прострелять его? Допустим. Киса, держите пенсне, сейчас начнется. Я с пекалем побегаю, как бы нет. Все, мне надо драпать вот сюда. Ку-ку. Ну, сейчас во второй портал надо будет зайти. Вроде все взял. А, вон еще что-то есть. Все, теперь потыкали во второй портал. Тут три даже будет. Охраняемся. Угу. Ладно. Назад. Стой, там патроны. А мне их не надо. Так, ну тут сейчас у нас опять синие будут. Ну, гадалки не ходи. Ку-ку. Бля, ну что живой? Мистер. Следующий. Бля, я сейчас откисну просто. Твою мать. Прицельно лупит гражданин. Где он? Стоит, что-то смотрит куда-то вдаль. Все? Нет, еще не все. Вроде бы подошел кто-нибудь. Поздороваться. Дотянулся. Надо что-нибудь другое. Все. Все. Кукусики. Так, окей, я отсюда вышел, но такое ощущение, что как будто тут что-то изменилось. Или мне кажется. Пил. Вот и все. Блин, ну ладно.
сердце взялось. Я в решетке застрял. Что теперь делать? Бля, я же умру. О, вот проход. Скорее всего, я иду на третий портал. Ну, это не точно. Черный достал, не? А вот и третий портал. Так, подожди, давай обойдем. Повнимательней. Всякое посмотреть. 16. Еще 4, кстати. И будет хорошо. Вот тут проход, да. Архив. Он по кругу, да, идет? Давай ниже. Тут много всего дают. Сейчас замес будет. Подозрительное затишье. И чё? А где все? Есть тут кто-нибудь? Чё делать? Так, вот ты... А, вот. Плата данных перенесена. Вот и свет зажёг. Попал, нет? Да, он сдохнет. Так, надо бы жизни взять. Пять раз. Прям взрывается, и не поймешь, то ли он подох, то ли он, у него еще надо 50 патронов выпустить. Так, и чего? А, вот портал третий.
Ёпа-мать, вы чё, угораете? Всё? Сломать замок. Хорошо. Это мы запросто. Как его, эпично, разве не спрос? По-моему, я успел его замочить. Собаки. Последняя. Ну, у тебя заканчивается одно оружие, и тут же ты набираешь другое. Ты без патронов не сидишь. Так. Дальше-то. Ну, наверняка вот это надо нажать. Все, не туда. Да, уровень пройден. Чуть-чуть секретиков, 18 минут. Дальше. Голо-архив. Такое ощущение, что это последний уровень. Разработчики, что ли? Скорее всего. Да, разрабы галерею сделали. А куда мне надо идти? Допустим. Неверно, да? Так, вот тут какой-то еще проход. Что за головоломки какие-то? В чем дело? Что это меня хотят? Мужики, что делать? По-моему, сюда не забегал еще. Нет. Теперь, когда наш проект наконец-то завершен, мы хотели бы сказать огромное спасибо всем вкладчикам. Без вас бы мы ничего не достигли. Да. Так а чего делать-то? Это даже уровнями не назвать. Это не уровень.
Не знаю. Непонятно. Стой, есть же карта, да? Один портал. Так, а если мы в другую сторону пройдем? Ну да, все. Я все обошел. Может, назад надо вернуться? Уровень не уровень, короче. Убийство 100%. Секреты 100%. Голоуровень — это от слова голова. Так, вот это что такое зеленое тут? Этот портал ведет в измерение расы Продеус. Угу. Допустим. Ага. Продолжай. Короче, на вторую карту я перешел. Прородина. Стреляйте по цели. Что случилось? Пополнение боеприпасов. Все, у меня максималка. Обнаружен сосуд. Еще один застрял. Здоровье-то не хотят пополнить, да? Ты чё? Куда мне? Тут кристаллики бегаешь и разбиваешь. Я тут был, нет? Что-то очень похоже на то. О, куда можно шмальнуть?
Замочили. Это мы не берем. Вот так. Собака 508 лет бегала. Одно хп, ну да, на что я рассчитывал-то. Ну, по идее, то же самое, только единственное, что враги побольше пуль влезает в них. Но тебе эти пули на халяву дают. Че, опять сдохну. Не удивлен. Ты, куда мне? Подождем. Вот чуть-чуть до хилов, два шага не добежал опять. Зачем мне по этим кристалликам стрелять? Они мне проход открывают. Теперь могу купить двойной прыжок. Не знаю, нужен ли он мне. Что происходит? Уровень падает. Собаки тоже теперь стреляют. Ну прям все стреляют. А тот челик там застрял, походу, да? Да, он застрял. Куда мне, в центр? Шустрый какой.
на что-нибудь попроще. Куда надо идти, хреново, да? Но стреляют все в тебя исправно. Все ниже, ниже. Не знаю, пойдем сюда. А вы задолбали. Давай-ка вот так. Все кончилось. Ну, один и так вот. Красненькое теперь все. Наконец-то пополнение патронов. Я, наверное, до него не достаю. Все, максимал. Я где-то умер. Бля, куда мне? Ориентируешься в основном по мобам. Вроде сюда. Да, то, что красное там было. И чё, и чё? Назад, походу, идти надо. Теперь. Красота-то какая. Ниже. Классика. Чё, зона охвачена хаосом, доступ запрещен. А кого-то не убил, что ли?
наверное, из-за этих меня не пускают. Так, я так полагаю, что не один замок-то надо будет сломать. Кстати. Давай-ка мы оружие поменяем. Куда теперь? О! А чё они не цветные? Да, это их двое. Заходим. Только патронов надо сначала подождать. Да, где-то тут только что портал видел. Где он? Ладно, пойдем по мобам. Я там тут. Чё она? Да, бля. Чаще стал подыхать вообще. В разы. Так, там можно выйти, но... Как это сделать? Как подняться наверх? О. Восемь смертей, уровень за 17 минут. Так, нужно, я думаю, в магазин, наверное, сходить. Или попозже, как попадется, можно приобрести двойной прыжок. Да-да-да, я помню.
сколько интересно уровней вообще тут. Ну, походу, много. Ладно, давай сейчас просто ботинки купим. Будем закругляться. Тут магазин недалеко. О. Играть. Как можно в магазин играть? Так, это что? Ускорение рывка. Да, я думаю, пока не нужен. Берем прыжок. Ну вот этот ряд весь купим. Потом уже за это можно приниматься. Что-то не очень высоко он прям прыгать стал. Распрыгу шибко не сделаешь. Ладно. Я думал, как бы вот этот, вот эта карта и все, но оказывается нет. Оказывается, еще одна карта, такая же, я думаю, по длине будет. Довольно-таки большая тоже. Хотя... Да. Ладно, потом посмотрим. Потом допройдем. Все, всем спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.